А где я логика? Слуга народа ёбнутый. Не знаю. Обиделся на всех. У меня там не записано исключение, слава богу. А что? Твои имеют право. Я вырежу. Наш юрист. А? Не переживай. Наш юрист. Точно? Точно, точно. Шутит, шутит. Нет, на самом деле, где же он? Он заклялся. А мы можем Игнать его послать? СМС, что-нибудь еще? Ну, вот видите, вот приехал представитель власти. Касаем Михайлов. Михайлов. Глава района. Отключите, я хочу спекулировать с вами. Сейчас, подожди. Подожди, интересный момент. Погоди. Интересный момент, погоди. Вот сейчас Михайлов приехал. Кто Михайлов? Глава Калининского. Ясно. О, знаю. Подойдите. Они убежали? Убежали сами. Какой-то из ваших, как, типа грузин, да, ушел, говорит. У вас это на видео, да? Будет у нас. Да, зафиксировать, да? Дайте, мне сейчас скинут ПМ это видео. Прокурор приехал сейчас? Уехал он уже. Уехал? Да. Бельский здесь. Ушел вроде. Ну, уехал. Так, может, как надо приехать, да? Может, пока приехать можно? А как приехать? Не слышит он никого. Договариваемся уже. Сколько времени? А как мы писали ему это разрешение? Ну, давай. Через суд же подписали. Решение суда. Перевичка была поддельная. Вот и все. Первичный документ. Сейчас дальше подали иску. Сейчас вот собственник. Если подали. Не ускорить. Можно же при таком обстоятельстве надо ускорить. Сколько можем ждать? Мои решения это. Все еще на производстве. Нет, они отправили вопрос. Раньше понедельника не решится вопрос. Андрей здесь, там они там пишут объяснение. Его тоже толкнули.